9. Какашки есть нельзя. Это чё? Эй, Дым-Дымыч, воду из толчка пить нельзя. А я её не пью, он сломался. Ну, посмотрим. Ну, вот и всё. Там просто вода стекает, я не знаю, что рубить. А это не толчок сломался, а это бачок сломался. Какой нахрен бачок? Вон, что под нами. У всех толчков в мире есть бачок. Он помогает выливать ненужную воду в канализацию. И еще у этого бачка есть такая вот фигня, которая закрывает эту фигню, чтобы оно не закрывалось, а потом открывает. И да, он может сломаться, и вся вода будет текти вниз. Не волнуйся, мы все проверим. Да, прыгай. Вау, как горно тут. Понятно, фигня отвалилась. Вон, у жопу не тащит. Да и ты лишний вода. Фигня отвалилась. А, понятно. Мы не починим тут без Вантуса никак. Надо звать Вантуса. Вот и все, мы починим точно это. Как? Мы прикрепим эту штуку к нужной штучке и все починится. В каждом доме есть канализация. Она помогает воде идти туда, куда ей надо. Например, она смывается и туда попадает всякая дичь. А потом она очищается и попадает в речку или море. Раньше вообще не было канализации, и люди сбрасывали говно прямо из окна. И вообще в городе воняло супер просто. На такой воде даже ромашки не выдержали. Пока не создали толчок. Он... Вы поняли, короче. Он вывозит всякую нечисть из квартиры. Не входи, степляш, даже и не думай туда заходить. Не, я не пойду жрать. Иди, учите жрать! Степляш, ты посиди тут, а я сейчас. Только никому не доверяй, чтобы никто не открыл дверь. Да, сколько воды вышло вообще. Так давай ее починим. Мы, если честно, готовы. Только не трогай толчок, пожалуйста. Хорошо, я не буду его трогать. Он сломался просто. Хорошо, сейчас я проверю. Только не смывай. Странно, вообще не льется. Нет! Держите руку. Нет, что ты нарубил, блин? Ты... А? Вы здесь? Вас же смыло в канализацию. Нет, нас не смыло. Нас спас ноль. С толчком все нормально. А, понятно. Просто я... Ну, проверю.
тоже проверю.